небольшой азербайджанский город, который находится на границе Нагорно-Карабахской области. Население составляло 7000 человек. Город Ходжалы находился рядом с единственным аэропортом, и он имел важное экономическое значение. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армяне совершили жестокое кровавое преступление по отношению к азербайджанцам. С большой жестокостью было убито 613 человек, из них 63 ребенка, 7 пожилых людей и 106 женщин. Более 1000 человек было взято в плен, а 150 человек до сих пор ничего не известно. Из выживших многие остались инвалидами и сиротами. 8 семей было полностью уничтожено. Но в результате войны, которая началась 27 сентября 2020 года и продолжалась 44 дня, наша храбрая армия до 8 ноября освободила все села Ходжалинского района. Въезд в этот район запрещен, так как его очищают от мин. Там ведутся строительные работы, проводят дороги, строят жилые дома, школы, магазины и так далее. А также и восстанавливают исторические памятники, которые были разрушены армянами. В этом году трагедии Ходжалы исполняется 30 лет. Мы скорбим и никогда не забудем ту страшную ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.